Добрый день, уважаемые друзья! Снова вы на моем канале Самсия Бензомастер. Сегодня в ремонте бензопила Техас, модель TA-03053. Значит, какие жалобы? Пила вроде работает нормально, по словам клиента, но не фиксируется. Вот здесь вот не фиксируется газ. То есть вот это когда заслонка вытягивается, здесь карбюратор такой конструкции, что должен фиксироваться газ в среднем положении. Он не фиксируется. Сейчас посмотрим, в чем причина, и попробуем ее устранить. Так, ну, для начала мы уберем вот эту крышку, чтобы она нам не мешала. Дальше снимем верхнюю крышку бензопилы, снимем карбюратор и будем смотреть, в чем причина, почему карбюратор не фиксирует заслонку. Так, значит, снимаем свечу, откручиваем вот эту вот крышку. То есть для чего такая фиксация газа нужна? То есть для того, чтобы пилу на холодную было легко запустить. То есть когда вы закрываете заслонку, то есть закрывается заслонка, перекрывает подачу воздуха в канал карбюратора и, соответственно, через канал карбюратора в цилиндр. Легче карбюратор закачивает топливо через насос. Вот. Ну, в данном случае даже заслонка не закрывается, то есть она не фиксирует. Посмотрим, в чем причина. Так, вот мы сняли эту верхнюю крышку, снимаем тягу и откручиваем карбюратор. То есть карбюратор открутим и посмотрим на него, почему не происходит фиксация. Так, вот я снял переходник карбюратора, отсоединяю трубки от карбюратора, то есть трубку обратки карбюратора, снимаю тягу. Ну, здесь поправим провода, потом они, чтобы нам не мешали. Вот. И отсоединим карбюратор от двигателя. Все. Так, смотрим на карбюратор. То есть вот он должен легко, без всяких. Здесь я не вижу никаких проблем. То есть вот фиксация. Сейчас я вам покажу. Вот, если вы видите, немножко плохо настройка происходит видео. Сейчас я попробую вот сосредоточить. Видите, вот эта вот заслоночка. Вот. То есть когда вы нажимаете на газ, оно отстреливает. Вот когда вы вытягиваете заслонку, вот так вот закрываете ее, то она, соответственно, должна фиксировать этот газ. Почему не фиксирует? Ну, сейчас попытаемся еще раз поставить его на пилу. И тогда уже посмотрим, из-за чего это могло не происходить. Возможно. Какая причина возможна? Возможно, что вот эти вот провода, которые здесь шли, они попадали под вот эту тягу. То есть мы сейчас их уложим так, чтобы они лежали под карбюратором, и попробуем проверить это уже непосредственно на установленном карбюраторе. То есть опять я подсоединяю все трубки. Вот. Трубки к карбюратору, которые как они были расположены. Я их сейчас подсоединю. Вот. И посмотрим, как сейчас оно будет фиксировать или не будет фиксировать.
Так, колечко. Вот здесь вот колечко стоит. Такое вот кольцо. Сейчас я вам покажу. Вот это вот кольцо, которое в переходнике находится. В резиновом переходнике. То есть оно должно стоять внутри. Оно обеспечивает надежный прижим карбюратора к этому переходнику. То есть оно стоит внутри, не дает деформироваться изнутри резинки. И, соответственно, обеспечивает плотное прилегание карбюратора к переходнику. Не дает подсоса воздуха через это соединение. Когда ставите, проверьте, чтобы оно было именно на своем месте. Вот, я поставил. И теперь буду проверять. Ну, во-первых, слетела здесь тяга. Слетела тяга управления заслонкой, дроссельной заслонкой подачи топлива. Откручиваю вот здесь вот на ручке. Откручиваю крышку. И с вами сейчас поправим эту тягу. Вот. Крышку открутил. Вот эта тяга должна быть в отверстие курка. Берем узкогубцы и направляем ее в свое отверстие. Вот мы направили, вставили, поставили пружину, которая стоит вот в этой клавише. Выскочила она. Сейчас для того, чтобы правильно все это вставить, поправим. Вот мы поправили, придерживая вот так вот все это вместе. Конструкцию вставляем. Вот. Соскочила пружина. Ну, то есть бывает, иногда здесь приходится повозиться. Можно вот так вот взять отверточку, придерживать эту клавишу, потому что бывает, что она плохо становится. Вот. Все, я поставил, проверяю, как оно здесь работает. Оно работает. Теперь закручу этот винт. И сейчас проверим. Возьмем тягу заслонки и проверим, как оно все работает. Ну, у меня, по крайней мере, сейчас работает. Щелкает, фиксируется. Ну, попробуем поставить крышку и проверить уже на установленные крышки. То есть мы обратно все это вставляем на место, закручиваем эти винты и проверим, как работает эта тяга. То есть я сейчас не все пару винтов закручу. Прижму по бокам. И вот теперь уже на собранном попробуем. Все, фиксируется. То есть в чем была причина? А причина была в том, что провода, которые идут до кнопки, были направлены таким образом, что они попадали под тягу и, соответственно, не давали ей полностью закрыть канал. Все, неисправность устранена. Сейчас я попробую ее с вами завести, эту пилу, проверить, как она себя ведет в работе. Так, вот я поставил это все на место. Сейчас закрутим свечу. Фильтр ставить пока не буду. Попробую ее завести. Вот таким образом. То есть я фиксирую газ, включаю зажигание, подкачиваю праймером топливо и пытаюсь
пытаюсь ее завести. Как видите, пила завелась и работает хорошо. Еще раз проверим тягу. Фиксируется, закрывает отверстие. При нажатии на кнопку газа оно отстреливается, отщелкивается. Так, ну вот этот воздушный фильтр. Прочистите его. Он грязный. Периодически его моют моющим средством для посуды и по фэри. Он легко разбирается и промывается моющим средством. После этого высушивается, ставится пил. Все. Вот сейчас закроем и уже в собранном состоянии еще раз. Все работает, все хорошо. Вот с вами мы устранили такую небольшую неисправность. Теперь пила будет работать без проблем. Все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Сам себе бензомастер. Все для по ремонту бензоинструмента.